Вот такие дела, такие пирожки. Мы решили немножко прогуляться здесь и поснимать прекрасные виды австралийские. Там вот идет экспозиция, выставка египетская. Вестерн Австралия, как видите. И если хотите, мы сможем тоже, наверное, в скором времени посетить, узнать, что там есть интересного, чего там нет интересного. Вот здесь у нас начинается Чайнатаун практически. Вот. И мы сейчас плавно переместимся сюда, в библиотеку, после небольшой прогулки, я думаю. И нам нужно просто сделать свои небольшие дела. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И я думаю, что мы сможем с вами в скором времени еще встретиться и поговорить о том, о всем, о всех интересных и крутых вещах, крутых делах. Вы знаете больше об Австралии, больше о жизни в Австралии, все такое прочее. И помните одно, что, в принципе, психология не наука, как я уже сказал раньше, и все относительно в этом мире, как сказал Эйнштейн. Да. Старик Эйнштейн был во многом, ну, не во всем, но в очень многом прав. У нас, видите, наступает плавно весна, солнечные деньки, и я надеюсь, что мы с вами их проведем с пользой. Вот можем прогуляться в ту сторону потом. Я там был вечером, днем еще не был, но возможно, что потом посмотрим, прогуляемся и там вкусно как-нибудь перекусим. Да. Так что с вас подписочка и лайки, и как всегда балалайки будут вскоре у вас звучать. Я пошел в библиотеку, короче говоря. Здесь жарко стоять уже. Все.